В самом сердце соснового леса, рядом с удивительным по красоте озером с романтическим названием Любань, расположен охотничий домик Кобринского опытного лесхоза. Целебный воздух сосен и близость живописного водоема делают это место поистине уникальным. Отдых на природе возвращает силы и позволяет по-настоящему расслабиться. Тем более, что на территории есть все, что нужно. Уютная беседка, мангальная зона и отличное средство для полного релакса. Настоящая русская баня. Природа – это всегда кислород, которым нуждается каждый человек из нас. Мы дышим кислородом. А люди, которые живут в городе, они всегда испытывают недостаток кислорода. Поэтому отдых на природе – это всегда обогащение человека душевно, морально, физически. Наверное, он здесь отдыхает, он не только телом, но и душой в том числе. У нас, кроме охотничьего домика, есть именно охотничье хозяйство, которое ведется именно на территории вот здесь, Дывинского лесничества. И поэтому создавался он первоначально именно для охотников. Также мы предоставляем туры иностранным гражданам по охоте, поэтому это тоже используется . Ну и приезжают просто отдыхающие, просто отдохнуть. Сюда можно приехать в любое время года. Кто-то выберет для себя охоту или рыбалку, кто-то – возможность просто отдохнуть вдали от городского шума и суеты. В одиночку, с семьей или друзьями. Места в уютном доме хватит всем. В 4 комнатах, 3 обычных и 1 класса люкс без труда и с комфортом разместятся 9 человек. А удобная гостиная станет прекрасным местом дружеских вечерних посиделок. Удивительная атмосфера охотничьего домика в его натуральной отделке. Деревянные стены и мебель не только способствуют крепкому сну, но и дарят ощущение тепла в холодное время и прохлады в летнюю жару. Изюминка того, что он очень аккуратный, небольшой домик, в котором приятно отдохнуть. И недалеко от самого домика, практически рядом, находится озеро Любань, в которое приезжают люди просто отдыхать даже. И поэтому, наверное, это одна из изюминки именно домика. За счет того, что рядом с домиком находится озеро Любань, каждый желающий может совместить отдых и в домике, и на воде пойти отдохнуть, покупаться, позагорать. Вы ищете уютное место для отдыха? Тогда вам в Любань. Охотничий домик ждет гостей. Просто позвоните в Кобринский опытный лесхоз или зайдите на сайт kobrinles.by. Влюбившись однажды в эти места, вы обязательно вернетесь сюда вновь. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».